Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы будем делать очень красивую розу. Нам понадобится шпажка, клей, нитки, фольга и гофрированная бумага Италия двух цветов. Вырезаем вот такие заготовки из бумаги для лепестков и листиков. Фольгу скатываем в шарик и насаживаем на шпажку. Складываем пополам заготовку для серединки цветка и вырезаем. Растягиваем серединку и края лепесточка. Нам понадобится 2 штучки. С помощью горячего клея закрываем фольгу большими лепесточками, так чтобы у нас получился маленький бутончик. Для прочности основание заматываем нитками. Даже такой бутончик уже можно использовать в букетах. Из оставшихся шаблонов вырезаем мелкие лепесточки. Десять штук растягиваем по центру и по краю. Шесть штук растягиваем по центру и шпажкой подкручиваем один край. Оставшиеся шесть растягиваем и подкручиваем с двух сторон. Друг за другом сначала крепим 10 лепестков. Затем 6 лепестков с краем, подкрученным в одну сторону, и следом оставшиеся 6 лепестков. Получаем вот такой красивый цветок. Клеим чашелистики у основания. Роза уже готова. Осталось только закрыть стебель. Если вам понравился данный мастер-класс, то ставьте лайки и пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Всем пока-пока!